Хронометр приветствует вас. В Италии выпал град размером с яблоко. На север Италии обрушился град огромных размеров. Согласно сообщениям местных жителей в социальных сетях, стихия стала причиной автомобильного коллапса, массового повреждения автомобилей и строений. Основной удар стихии пришелся на город Палермо. Там размер некоторых градин достигал 10 сантиметров. Последствия шторма остро ощутили автомобилисты, передвигавшиеся по трассе между Пармой и Пьяченцеей. Многие автолюбители были вынуждены остановиться из-за стихии, ехать было попросту невозможно. Почти все машины на этом участке были серьезно повреждены, на кузовах серьезные вмятины, у некоторых разбиты стекла. Некоторые жители сообщают и о раненых, но травмы, к счастью, несерьезные. Экстренные службы перекрыли движение на автостраде Милан-Неаполь примерно на 3 часа для проезда техники и спасателей. Зафиксированы несколько небольших ДТП. А в городах в окрестностях Пармы многие здания лишились части черепицы. Мэр Фиденцеи в Facebook написал, что порыв ветра сорвал деревянную облицовку крыши здания, после что разметал ее куски по историческому центру города.